Георгий Николаевич и Сергей Дмитриевич Васильевы, ставшие братьями по искусству, по праву вошли в число классиков нашего кино. Вспомним их бессмертный фильм «Чапаев». Ему аплодировал весь мир. Именем братьев Васильевых названа премия Российской Федерации по киноискусству. Их имена носят морские корабли, улицы. Что предшествовало Чапаеву в творчестве Васильевых? Последней ступенью на пути к этому великому фильму была картина «Личное дело». 1931 год. Знаменитая ленфильмовская ротонда, где всегда можно было узнать, что снимается на студии. «Личное дело» — третья картина братьев Васильевых. Она создавалась в ту пору, когда искусство экрана решительно обращалось к человеку, к современнику, к созданию его образа актерскими средствами. Молодые режиссеры тщательно готовились к постановке. В архивах братьев Васильевых сохранились подробные раскадровки эпизодов, режиссерский сценарий. Сценарий сегодня может показаться наивным, но он отражал стиль и характер своего времени. Новая трудовая мораль, новое отношение к труду ставят перед героями сложные вопросы. Что такое мое личное дело? Как соотнести свои интересы с интересами общества? Героям так или иначе придется столкнуться с этими вопросами. Тут и ссора с дочерью, и освобождение от старых пристрастий и привычек. Федор Кузьмич Штуков находит силы понять и подчиниться требованиям товарищей по цеху, когда те вносят предложение снять колокола и первым поднимает руку за. Авторитет Федора Кузьмича решил исход дела. Народ поддержал рабочих. Режиссеры собрали в съемочной группе единомышленников. Большей частью это были тоже молодые люди. Актриса Мясникова, актеры Абсалон, Назаренко, Кмит, операторы Беляев и Назаров. И вот в 1932 году, в апреле, в ленинградских газетах появился анонс. «Личное дело» в роли старого рабочего Ходотов. К сожалению, Николай Николаевич не дожил до премьеры. Приглашение Ходотова на роль старого рабочего было принципиально важным режиссерским решением. Треплев, Раскольников, Карандышев, блестящий партнер комиссар Жевский, им было сыграно более 500 ролей. И токарь Штуков – один из первых рабочих героев кино. Фильм «Личное дело» в годы войны был утрачен. К счастью, заслуженная артистка республики Варвара Сергеевна Мясникова сохранила большинство монтажных срезок главных эпизодов фильма. По ним кандидат искусствоведения Дмитрий Сергеевич Писаревский восстановил фотографический облик картины. В результате мы получили возможность сделать этот фильм. Вы будете смотреть статичные кадры старой немой ленты. Будем надеяться, что вы получите представление об утраченной картине.
Thank you.
Thank you.
Thank you.